всем мое почтение. И вот хотел бы выразить благодарность Сергею Савельеву, белорусу, который имел мужество рассказать и предоставить факты зверства, насилия и беспредела, который творится в российских тюрьмах. Я хотел бы ему выразить большую благодарность и сказать, что это мужественный поступок, что вы человек сильный духом. И хотел бы сказать российской власти, что напомнить, Путин и вся твоя шайка, помни, что сколько веревочки не вится, а петля в конце. Помни, сколько бы ты людей не уничтожил, все равно ты умрешь, как собака. И плохо, что умрешь ты и твоя шайка ближайшая. Они умрут те, кто исполнял это все беззаконие. Они тоже умрут, но жаль, их не так накажут, как тебя в итоге. Тебя ждет все равно очень плохая смерть. Это мое такое мнение субъективное. И как бы ты ни отдалялся, Владимир Путин, от этой участи, все равно она тебя ждет. Я тебе просто этого желаю. Ты бесчеловечный. Ты просто воплощение зла. Простите за эмоции. Просто хотел высказать это.